Совхоз «Россия», улица Урицкого, 11 августа. Дождались, пока народ поставит машины, вызвали эвакуаторы, все эвакуировали. И начали опиливать кипарисы. Где-то целиком, где-то с вышки, верхушки только. В общем, люди, которые с утра поставили машины и ушли на пляж, будут очень счастливы. Долго искать их на эвакуационных площадках. Вот такие вот новости. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.